запалы для этого щебня вот этого. Ну, это я, да, это я понял. А тут пыль, сзади вентилятор стоит, шахта открыта, сейчас зима. Угу. Шахта, и оно все загоняет вентилятором, сзади же радиатор стоит, загоняет все сюда. Угу. В салон. Угу. А нет. Чего? А никак нельзя его закрыть, этот салон, чтобы не загонял эту пыль? Ну как, а тепло, холод, холод откуда будет, тепло будет браться. Ну так сейчас еще ж не холодно, еще ж пока ж не зима еще. Как, а утром едешь? Ну сейчас вот мы ехали, люди даже просили открыть форточку, чтобы, потому что людям было жарко. Ну так вон аж тут закрывать, на пол автобуса разобрать, чтобы закрыть, да? Обратно назад, а потом надо, чтобы открыть обратно, надо опять разобрать пол автобуса. Угу, угу, угу. Хорошо, еще вопрос, а чего вы курите в салоне? На нервах был и закурил. Я понял, что на нервах, просто я знаю, что вы постоянно курите в салоне автобуса. Ну, просто вам, ну, замечать, видать, не делали, да, наверное? Наверное. Ну, а я сейчас вот ехал туда, мы с ребенком ехали, у меня ребенок 3,5 года. А вы сидите в салоне автобуса, курите. Это хорошо? Да не хорошо, конечно. Ну. Это я извиняюсь. Понятно, ладно, хорошо.